Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите прохождение ночей Невервинтера. Напоминаю, что мы находимся сейчас в городе Невервинтер, осажденном лусканцами. И прямо сейчас мы в часовне волшебника обитаем. Здесь мы снесли его, снесли Балора, этого, который его охранял, так сказать. Осадный голем мертв. Вот так вот. Сразу отключился, короче. И давайте мы здесь побродим. Ой-ой-ой. Не-не-не, пацаны, тихо. Вот этот вот черт с молотом. Он меня видит, кстати говоря, но он ничего не предпринимает. Они все с молотами, поэтому я хотел бы, наверное, переодеть все-таки пояс. С мечниковский на борцовский. На! Ой. Вообще, уложили. Да, просто никто, да? Просто в легкую. Вот здесь вот опять, наверное, эти криншары долбаные. Ну не хочу я сюда ходить, ребят, ну хоть убейте. Покинутый дом. Увольни, ё-моё, опять увольни, да? А, пояс борца, и надо выпить тогда зелье ясности. Оп, а теперь делайте, что хотите. Стой! Хоть обосритесь. Ах ты говнище, дрессировщик. Ну чё сказать-то, ну это, блин, это был быстрый бой, и мы его не выиграли. Нам просто череп снесли, я так скажу. Мягко говоря. Да блин. Какого фига? Ну ладно, давайте... Блин, ну что такое? Ты умрешь или нет? Записка ля-ля-ля, через гласит Балор. Это все то же самое. Давайте мы же немножко увеличим карту. В этот дом нам тоже придется зайти. Надо замочить дрессировщика, я так понимаю, первого. Хотя я даже вообще не знаю, кого первого надо замочить. Потому что они все твари опасные. Так, что у нас тут? Заблокированная дверь, да? Давайте-ка я сразу осушу баночку с зельем ясности. Еще раз нажму кнопку сохранения и зайду. И кого уложить-то надо? Дрессировщика. Палочка! Ребят, ну на меня это не действует, извиняйте. А вот ты теперь у нас сдурел, да? Ага, ну толку-то? Он же не парализован от этого. Блин, увольните тоже. Бесит. Давай, дуй. Отстань от меня. Стой! Я все равно до тебя доберусь. Ты же там в смятении. Чего ты на меня? Агриш. Во, все, хорошо, ладно. Сделали дело, гуляем смело. Ловушка. Получится ли снять? Попробуем. Амулет мастера. Может быть получится, может нет. Сразу да, использую ее. Да, отлично. Сильно электрическая. Это вообще шик. Электрические ловушки самые, наверное, такие... Ну, я считаю, самые классные ловушки. Потому что они, в отличие от всех остальных... Стрела вампира. От всех остальных они хорошо бьют по площади. То есть на несколько врагов направлены. Ну, может быть, огненные тоже. Могут зацепить кого-то еще. Так, а что, получается, мы здесь все обследовали, да? Вход в дом. Странный внутренний дворик. Что за странный внутренний дворик? Вот он, вход в дом. А где внутренний? Вот там вот дворик. Можно посмотреть, что там? Или нельзя? Так, я предлагаю исчезнуть и зайти в этот домик. Ой, опять увольни, опять дрессировщик, надо опять пить это зелье. Пойду дрессировщику наваляю. Стой! Ого! Надо быстрее! Пусть они друг на друга сейчас нахреначат. Надо, чтобы они опять использовали. Да-да-да. Так, вот тот вот сдурел. Вот этот вот слева. Теперь сдурел тот, что справа. Хорошо, попробуем тогда с этим расквитаться.
Эти пока тупят. О, они друг друга ковыряют. Нет уж. Он будет мой, мне нужен опыт. Ну, быстрее убивай. О. А то зелье ясности уже упало. Попробуем забрать. Вот такой вот весьма незащищенный наш персонаж. От всяких этих эффектов, влияний паскудских. Приходится спасаться зельями и прочим таким. Потому что у нас очень маленькие спас-броски на волю. Насколько я знаю. А где можно посмотреть? Ага, вот, на рефлекс нормально, на стойкость более-менее, а воля вообще никакая. То есть всякие эффекты на нас будут пагубно влиять. Как то страх или еще что-то. Вот, отлично, уже светло. Это вот дом какой-то, да. Еще один открытый домик. Ядро проща. Во-во-во-во-во. Вы это тоже видели? Балор. Полудракон Балор. Ё-моё, ну и что мне с ним делать? Хватит уже мне этого говна. Так, что тут у нас? Очередной домик. Веселый домик. Караульное помещение Лускана. Здесь у нас просто... просто какая-то жесть. Ё-моё, ребят. Смотри, какой монах. У монаха глаза красные. Чувак, за компом много сидишь. Так, а ты у нас клерик с булавой. Ну, я думаю, что надо бить волшебника, потом всех остальных. Ассасина тоже нельзя сбрасывать со счетов, стоит там за углом. Че, ребят, была не была? Пока этот кожа не обложился, а он сейчас это сделает. Ага, то есть как бы придется выходить отсюда. Нет, не успел ничего сделать. Монаха вообще будет невозможно убить. Просто потому, что это монах. Монахи — это очень жуткий класс, ребята. Дьявольское заклинание превратило мое оружие в бесполезный. Он вот, во-первых, лезет ко мне, падла. А хотя, что невозможно? Его, наверное, быстро сейчас прибьем, да? Ну-ка. Этот... ах ты говно. Моя сумка весит больше, чем я сам. Да отстаньте от меня. Этот... господи, что ж вы со мной творите, тварь, а? Не, ну сейчас он меня кончит. Понятно, кто на очереди. После монаха. Можно даже не, ничего не придумывать. О, ассасин вылез. Моя сумка весит больше, чем я сам. Вы, ребята, вот это братья. Кто-нибудь обосрется, может? По-моему, я только и обосрался, да? Ай, валим. Не. Не, это все бесполезно. Это все, это вообще просто жопа. У меня было где-то увядание это ужасное. Какого хрена? Где мои смертельные ловушки? Это обоссанка истинное зрение наколдовала на себя. Что говорит нам о том, что мы не сможем. Хорошо. Тварь вылечилась. Ничего не могу сделать, понимаете? Все, уходим. Она отрегенилась полностью. А мне там делать нечего в таком состоянии. Я просто нифига не могу. Не лечиться, ничего. Я ошеломлен. Во, отлично, вроде бы нормально все. Монах, на удивление, легко лег. Они вообще-то очень жесткие.
Это все высокоуровневые персонажи, клерики, очень крутые ребята на самом-то деле. Этот шрам останет... Ха! Она меня видит. Стой! Я все равно до тебя доберусь! А, тихо! Говно! Вот говно-то, а? Клерики — это очень жесткие твари, конечно. Они гораздо бронированнее, чем колдуны. Что можно сделать? Это говно на нее попробовать положить. Да ей плевать на это говно. Ну давай биться. Карлика уберите. Без комментариев. Пока на ней истинное зрение, я ничего не смогу сделать. Она колдует уничтожение или как-то так. Раздробление, что-то такое, короче, что у меня кости вываливаются наружу. И до свидания. Не надо далеко идти. Сюда позови его и хватит. Пусть она на него уничтожение. Атакуй. Твою мать, не успел убить. Это плохо для нас кончится сейчас. Ты сгниешь здесь. Хорошо. Сгниешь. Вперед, вперед, вперед. Отвлекай на себя. А я буду атаковать тайно. Ну, пытаться, по крайней мере. У нее брони очень много. А, ну она меня видит. Это бесполезно. Во. Давай, давай, давай. Ложись, тварь. Хватит. Тигр, бей ее. Во. А я буду тайно бить пытаться. Блин. Даже с благословением по ней не попасть. Во. Спасибо тебе, кошка. Ты храбро сражалась. И мы в конце концов одолели эту тварь. Вот такие они, клерики. Хотя колдуны, по-моему, вообще самые сильные персонажи в этой игре. Но колдун, он... На то и колдун, что он крайне ватный. Пока не обложился бафами, его очень легко кончить. Очередная... Дверь с ловушкой. Так, а что я хотел-то? Зелье невидимости. Да, я вот вспомнил, что я что-то хотел, прежде чем туда идти. Давайте попробуем разрядить. Да, я точно, я не отдал задание этому чуваку, который там находится в сердце города. А, наверное, сейчас я выйду куда-нибудь в жесткую жопу, да, зона военных действий. Да, я вышел во дворик. Чуваку, у которого нет, слава богу, истинного зрения. Здесь ловушка, у него неплохая секира, считаю, надо переодеться в пояс мечника. Раз. И уйти отсюда, это два. Почему уйти? Потому что надо сдать задание сперва. В эту штуку сходить, как его? Таверна, короче, это. Торговля клинками, да. Там нам парень давал задание. Надо как-то поговорить с ним. О том, что город в порядке. Может быть, он нас чем-то наградит. Рад встрече. Отлично, Фрэнк Энджело. Сначала тебе удалось спасти нас от чумы, а теперь благодаря тебе нам больше не угрожают ни катапульты, ни големы. Барды уже начали слагать о тебе песни. Поздравляю тебя. Кажется, о тебе слагают новые легенды. А теперь настала пора для меня и моих солдат. Эти лусканские собаки превосходят нас на 10 к 1. Но без боя мы не сдадимся. Может быть, когда окончится эта война, барды сложат песню о Транкаре и его батальоне. Как ты думаешь, Фрэнк Энджело?
Барды не слагают песни просто так ни о ком, Транкар. Это жестокие слова Фрэнк Энджела, но, наверное, правдивые. Но моим людям нужно на что-то надеяться, шансы на выживание у них и так довольно мерзкие. Тебе что-то нужно? Мне уходить надо. Удачи тебе, мы пойдем. Все. Ну а что ты хотел услышать, чувак? Ты же знаешь, что я говно. Персонаж мой говно. Злое. Ободряющего от меня ты ничего не услышишь. Ладно, пойдемте уже. Ай, так, надо что-то думать с этой тварью-то, с этим Балором. Чем его конь... Ну, наверное, ловушками на него. Так, а сколько у меня веса? 97. Пойдемте-ка зайдем в маску лунного камня, Кафали. Я ей продам барахло. Набью сумки ловушками. Тем более, что она по хорошей цене все покупает. Достаточно. У нее реально можно хорошо поторговаться. Самый такой демократичный торгаш. Сюда тебе запихаем. Щит посмотрим. Ну, нас щиты вообще не интересуют. Только на опознание. Так. Дубину вот забирай. Ловушки. Вот она, кстати, ловушки тоже покупает. Она, скорее всего, все краденое покупает вообще. Так, вот это что мудрость у меня это делает? Это говно. Но мне не нужно. Два зелья невидимости мне тоже не надо. Мне надо разгрестись, ребята. Просто разгрести свой скарб, чтобы он так долго, много не вешал. О, радужная броня, или как она там? Да, радужная броня. Но что-то совсем за... По бросовым ценам она ее приняла. А почему у меня так... Чего-то у меня еще вешает целую кучу. А, вот проща плюс 3, молот забирай. Он хоть и маленький на вид, но он... Но он, ё-моё, прямо так им скажу, вот эти вот... Ой. Да блин, опознайся. А, оно само опозналось, да? Хорошо. Ну так, а все, мне больше нечего продавать. Так, давайте еще затаримся ловушками. Смертельная огненная парочку. Смертельная капля кислота парочку. Смертельная святая ловушка, это против нежити. Но я не помню, мне, скорее всего, мы нежить уже не повстречаем. Точно я не помню. Отрицательная ловушка может помочь, но только не против тех, у кого магия смерти, иммунитет. Поэтому здесь, скорее всего, стихийные только прокатят пока что. Смертельная морозная ловушка. Ну это же чудо. Ловушки — это чудо, ребят. Не знаю, насчет звуковой. Давайте мы еще купим пару капель кислоты. Еще пару электро. Ну и остальным догонимся. Ну давайте отрицаловки возьмем немножко. Святых пару штук. Ладно, нормально, нормально. Все, возвращаемся. Сейчас будем Балора ловушками тыкать. Ну, нету больше нигде этого тенсора проклятого. Зелье. Ну, в смысле, не зелье, а свитка. Не продают они ни хрена. Ушлепки. Это очень обидно. Магичка должна была уже нормальные заклинания подвести. А, кстати, может быть, у нее есть... А, я забыл. Давайте-ка я, наверное, на паузе проверю это, а? Чтобы вас не мучить. Короче, ребят, трансформации тенсора у нее действительно не было. Но я тут фигни всякой набрал. Может, поугараем. Так, а где свитки эти всякие? Я, короче, ужасного увядания немножко добрал. Где они все? Короче, отток энергии какой-то. Временно теряет 2d4 от уровня персонажа. Ну, неплохо потеряет. Здоровье. Меч Мордекайнена. Это, короче... Место тигра. Вот. Мощно вооруженным мечом шлемоносца. Ну, может быть, он покруче будет. Великая планарная связь тоже. Парализует. Парализуется на раунд или на два уровня заклинателя. Либо я могу призвать кого-то в рока. Зло нейтрал. Вот в рока какого-то я смогу призвать. Ну, либо парализовать чувака.
Так, что еще? Фатум какой-то, фатум. Перед вражеским союзом действует заклинание. Если вы неудачно выполняете спас бросок воли, короче, вы сами увидите, он может обосраться и умереть. Но мне кажется, он не обосрется и не умрет. Давайте мы сразу меч вот сюда засунем. Попробуем, короче, наверное, отток энергии, потом фатум попробуем. Короче, все попробуем. Сейчас мы сейчас тайм-стоп заюзаем сначала. Остановку времени, а потом подряд эти заклинания наложим, короче. Давайте. Чужак, убить, убить. Так. Отток энергии. Фатум. И. Да чё, и пока хватит. Читай давай. Давай фатум юзай быстро. О, вот фатум, смотрите, круто, да? Но ему похрену. Ему похрену оказалось на фатум, но я у него уровень забрал. Чем-то. Так, а чем? А, он сопротивился. Сопротивился заклинанию. И что-то ни хрена не сработало, да? Давайте с шлемоносца попробуем призвать. А случайно... Ой, а чё это у меня хиты? Офигеть, да он какой-то жесткий. Балорд этот. А это не страх у него? Это страх у него. Это плохо. Ой-ой-ой, чё-то молнии-то по голове больно. Ой, мне еще и по башке прилетело, ошеломлением. Это вот этот вот кислотный дождь, это жесть просто, которую он наколдовал. Сейчас надо ждать, пока меня отпустит. А из-под дождя надо бы выйти. Но, по-моему, он здесь везде. А у меня от электричества что, защиты нету? Есть. Странно. Наверное, меня еще сильнее бы убивало, да? Не, меня так... Я так сдохну сейчас, да и все. О, дождь кончился, ура. Я пережил дождь. Ну ладно, пока дышим, да? Нужно выпить зелье ясности и начинать ложить ловушки ему под ноги тогда. Я не знаю, что еще делать. Но не работает на него все это говно. Так, усиленно урон, уменьшение повреждений к электричеству. Пока постоим, порегенерируемся, что. У него еще альбарда какая-то злая. С красным оттенком каким-то. Блин, неудобно камеру. Не могу показать. Я думаю, вы и так заметили. Красным горит. Это, насколько я знаю, это вампирская какая-то штука. Он будет бить и здоровье восстанавливать. Ну я не знаю, сколько мы еще будем штаны гадить. Пошевелиться я не могу. Вы сами знаете, что такое страх. Персонаж абсолютно не подконтролен. Невозможно им управлять. Ну офигеть просто. Скучно. Жму на паузу, чё. Офигеть, меня только отпустило, ё-моё. Ну, долго еще держала. Минуту две практически. Так, что нужно? Ой, не то. Надо переодеть. Так. И ставить, начать на него ловушки. Я не знаю, как еще. Как ты отреагируешь на святую ловушку? Скажи мне, парень. Ну, если ты на нее, конечно, наступишь. Сейчас я попробую его развести на нее. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну как-то так. Слабенько. Слава богу, регенерации его нету. А почему он меня так сильно просаживал? Может быть, потому что у него урон колющий?
Ладно, попробуем смертельную кислоту. Ну, начинается тупки. Не-не-не, вот без этого только. Ничего не хочу говорить. Потому что сказать нечего. Потому что говно. Все говно. Что с ним делать? Так это нудно реально. И ничего ты с этим не сделаешь. Перед смертью на него не подействует, скорее всего. Хрен тебе, тварь. Ох ты, да он так бьется неплохо. Подойдешь? Отлично, а теперь попробуем его вынести, пока он парализован. Ну, поколотить хотя бы немножко. Что-то получается. Предлагаю еще на него одну кислотную поставить. Смертельная уже на этот раз. Выпить нафиг зелье благословения и попробовать почаще попадать по нему. Оп. А, к сожалению, не получилось, да? Он не парализовался. Ну, а морозную, если на него повешать. Не колдунья, чё, падла. Не понял, попался он на нее или не попался. Скорее всего, ни хрена. Вот кислота на него неплохо действует. Этот шрам останется не. У тебя на всю жизнь. Вот без этого только. Блин. Ну что сказать, не успел я. Не успел я просто уйти. Блин, да как же ты меня достал. Умри, короче. Надоел. Чит. Оп. Он просто сопротивился и все. Вообще никак не сработало. Вообще по барабану. Какая там планарная связь? Парализует его или что она там? Держать. Теперь я убивать буду. Ну, пытаться. Ага, ну да. Вообще долго держится, смотрите-ка. Дьявольское заклинание. Ну какой-то нереальный, реально. Жирный. Все. Конец. Так, у меня есть еще какие-то удержания. Надо накупить этих. Удержания персонажа. Человекообразная цель парализуется. А монстра у меня нету, наверное, да? Ужасное увядание. Ну, он просто тоже спрятался от него. От этого заклинания. Ну, а Фатум... Опять. Не успел. Ну-ка, он сдохнет? Нет, ему пофигу, да?
Ой, не-не-не-не-не. Офигеть, чуть не удавил. Сейчас бы все приплыли. Ну и что делать с ним будем, друзья? Сил нету на него. У меня уже нет сил на него, действительно. Мне уже скучно, нудно. Ну вот и все. Конец опять мне. Вот этот вот бред, он колдует, и все, и мы приплыли. Ничего уже не сделаешь с ним. Все это бесполезно, короче. Вот это вот говно, то, что он начинает колдовать, я едва успеваю спрятаться от него. И я не помню, что от него защищает. Ну, что делать? Ловушку ставить? Есть варианты? У меня нету. На ловушках ловить его. Не зря же их так набрал кучу. Ой, я ему даже сбил заклинание. Ой, топор у него из руки выпал, нет? Нет, не выпал. Убери свое уничтожение, вот. Дерись как мужик уже. Во, давай. Ну что, господа, это триумф. Ой, здесь ловушка на сундуке, насколько я помню, да. Сейчас бы налетел. Балор сдох, открылся портал. Ловушка смертельной кислоты. Ну хорошо, хоть вернули немножко. Ой. Так, сейчас, друзья, подождите секундочку. Так, хорошо, продолжаем. А чё я? А, блин, у меня ловушка, да? В смысле, поиск ловушек включен. Давайте зайдем уже сюда. Этот чертов портал. Я сохранился? Да, я сохранился. Вперед. Посмотрим, что там интересного. Святилище Маугрима, однако, мы приперлись. Так. О-о-о. Арибет, нереальный. Злая тень исчезла с лица Арибет, хотя она до сих пор выглядит очень печальной. Однако впервые после смерти Фентика в ее глазах появилось спокойствие, спокойное смирение. Все, истинное зрение. Это конец, в принципе, конец. Уменьшение повреждений. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тополя. Что-то надо делать. Так просто нам ее не завалить, насколько я помню. Она нас будет палить постоянно. Ладно, пойдемте тереть. За жизнь. О, она не хочет. Нет, хочет, да? А если я не хочу? Давай потом поговорим. Я ловушек наставлю, потом ты поговоришь со мной. Ну, пожалуйста. Давайте тогда куда-нибудь в жопу ее сюда отведу. Вот, да. Это ты. Меня вовсе не удивляет, что ты здесь. Ты теперь словно заноза для Маугрима. И хотя он ни за что не признается, мне кажется, твои достижения его впечатляют. Вы видите этот меч? Слушайте, вообще круто. Я хочу такой. Наверное, если ее замочить, да, по-моему, можно будет взять этот меч. Но он экзотический. Если нету специального ношения меча, экзотического оружия владения, его в руки взять нельзя, по-моему. Я, с другой стороны, с большой охотой признаю мое к тебе уважение. Тебе удалось расстроить практически все наши планы. Но все же, в конце концов, волю Морок отрицать нельзя. Так, ну ладно, если ты сдашься, я тебя в живых оставлю. Я как раз собиралась предложить тебе то же самое. Хотя, мне кажется, Маугрим предпочел бы принести тебя в жертву его новой королеве. Морок ненасытная госпожа. Сколько бы ни было смертей, ее голод не утолить никогда. А, именно поэтому ты убила невинных жителей Невервинтера. Ты смеешь называть этих людей невинными? Жители Невервинтера требовали смерти Фентика, и лорд Нашер им это устроил. Его кровь на их руках. Здесь мы все виновны, и все мы заслуживаем смерти. Ну ты за себя говори, я-то в чем виновен? Не, у меня все нормально. Так, и поэтому ты уничтожила Невервинтер из-за своего извращенного чувства справедливости? Справедливость? Ее не существует. Я пришла сюда ради мести. Но не я несу ответственность за падение Невервинтера. У него, кстати, и доспехи теперь прикольные такие стали, да? Были светленькие, а теперь такие темные. Ну, реально такая падшая тварь.
То, что я возглавляю войска, лишь ускоряет неизбежный конец. Нивервинтер был обречен, как только Маугрим выпустил воющую смерть. Разве ты этого не чувствуешь? Над городом висит злая туча, тень Морок. Королева старейших пробудилась, и никто не переживет ее пришествие. А Морок всего лишь использует тебя, Ривет. Она убьет тебя, как только ты выполнишь то, что ей нужно. Я не слепая идиотка, как Маугрим. Я прекрасно знаю, что Морок предаст меня. Более того, именно на это я и рассчитываю. Я заслуживаю смерти за то, что я сделала. Но когда я умру, я буду удовлетворена, зная, что Нивервинтер поплатился за то, что случилось с Фентиком. Бред, короче, какой-то устроила. Нам больше нечего сказать. Слишком поздно вообще что-то говорить. Мы должны разрешить наш спор в бою. Так, началось. Ребят, есть план какой-то, а? Потому что если я сейчас кнопочку нажму, она меня размажет. Эх! Тихо, тихо. Я убегаю, короче. Вот какой мой план. Не-не-не, без этого говна. Все. Ты там можешь дождик свой делать. А я пока здесь попробую ловушек напихать. Она сейчас сюда придет по-любому. Так. Что я делаю вообще? Похрену. Что-нибудь доделаю. Но она, наверное, меня потеряла. Надо ее сюда будет заманить. Да ну, она не заманится, зачем ей? А я что-то не посмотрел, у нее регенерация есть вообще, нет? Три ловушки сюда. Но она прежде всего еще будет, скорее всего, колдовать. Давайте сохранимся и будем как-то выбираться из этой жопы пытаться. Она меня все равно увидит. Так, Ариби, ты там где? А, вот ты там, да? Это нереальная регенерация. Да, она, у нее регенерация, она уже здорова, между прочим. А что я выйти не могу? А. Так, давайте я за столбик так спрячусь. Оп. Сама ты санатка. Уйди, тварь. Вот, дождь кончился. Это, ты давай-ка не беги сюда. Ну, ты в смысле беги. Ну, ты давай вот так, оп. А. Знаете что? Мне кажется, это конец. Ох. Все, тихо, санатка. Без этого говна. Так, короче, мы ее туда запихали. И сейчас мы давайте ей напихаем ловушек здесь у двери. Мы дверь откроем, и она пройдется по нашему трапу. А ту ловушку надо будет потом забрать. Так. Ща, тварь, ща. Ну, давайте пока так, что ли. А, я ее на дверь поставил, да? Так что теперь я ее не открою. А, не, во, во. Давай, хватит колдовать дерьмо. Биться будем? Может, и не нужно будет никаких ловушек. Мы и так сейчас... Тебе многого удалось достичь нашей первой встречи. У меня больше нет сил противостоять тебе. Офигеть. Ну и чё я здесь пыжился, ставил эту говно ловушки? Ладно, нормально. Мы ее так сделали неплохо. Пока она фигней занималась, тупая. Если бы Морок предвидела, насколько вырастет твоя сила, возможно, она выбрала бы тебя в качестве своего героя. Вместо того, чтобы обращать свой немигающий взгляд в мою сторону. Выбери я на меня, мне бы не пришло в голову сдаться посреди боя. Бери меч и умри с честью. Отвечай на вопрос, я тебя пощажу. Умри, предательница, умри. Ну ладно, ответим по-геройски. Я никогда не предстану перед ней. Да. Наверное, это правда. У тебя есть сила твоих убеждений. Я же потеряла ее давным-давно. Скажи мне, как ты можешь бороться дальше, зная, что город, за который ты сражаешься, обречен пасть, когда вернутся древние? Но я все еще верю, что его можно спасти. Я видела будущее в своих снах. Нивервинтер исчезнет во всепожирающем пламени, когда возродятся древние. Это неизбежно. Ну, пока он есть, еще можно понадеяться. Надежда. Вся надежда в моем сердце ушла вместе с Фентиком.
У меня отняли его. Свет моей жизни. И я осталась совсем одна в кромешной тьме. А, ну как ты дошла до этого, Арибет? Ведь смерть Фентика не единственная причина. Неужели казнь моего возлюбленного недостаточная причина для того, чтобы стать кем я стала? Говорят, я предала Невервинтер. Но Невервинтер первым предал Фентика. Ну, жесть, из-за одного пацана в такую жопу. Тебе многого удалось достичь с нашей первой встречи. Я хотел... У меня больше нет сил противостоять изучить тебе. Смотрите, сколько у него всяких штук. Блин. Если бы Морок предвидел... Все заново. Скажи мне, как ты можешь... Я видел Надя... Неужели как после смерти Фентика я потеряла больше, чем возлюбленного? Он был преданным слугой Тира и Невервинтера. И я видела, как они отплатили ему за его преданность. Как можно было продолжать верить в Бога, который допустил такое зверство? Как можно было продолжать служить народу настолько безжалостному? Когда Фентика казнили, я потеряла возлюбленного, веру, преданность. Все, во что я верила, рухнуло. Ну, похоже, ты пытаешься оправдать свои поступки. Я просто рассказываю тебе, что произошло. Как случилось так, что я нарушила свои клятвы и предала все, во что я верила? Ну, у тебя еще есть шанс все исправить. Оглянись вокруг. Посмотри, сколько разрушений и смерти я принесла в Невервинтер. Этого я никогда не смогу исправить. Слишком долго я находилась во власти Морок. Королева захватила меня. Я не смогу встать с тобой против нее, даже если захочу. Я не могу ничем помочь городу. Ну да, твои знания о силах Лускана могут спасти сотни жизней. Я могу дать информацию лорду Нашеру и Арину Генду. Это правда. Но этого будет недостаточно, чтобы изменить исход всей битвы. Сила Морок принесет войскам Лускана победу. Возможно, мы сможем спасти несколько сотен жизней, хотя город все равно падет. Но что это даст мне? Лорд Нашер все равно велит казнить меня за то, что я сделала. Лорд Нашер обещал мне, что он будет более снисходительным, если ты сдашься. Ты должна сделать это ради жителей Невервинтера, а не ради себя. Я должна принести себя в жертву ради людей, которые требовали крови Фентика. Неужели ты действительно считаешь, что я способна на такой самоотверженный шаг? Когда-то я бы с радостью отдала жизнь за этот город. Но я изменилась. Я больше не та Арибет, которую все знали. Теперь я иду по иной дороге. О! Вот кольцо как раз наше всплыло. Вот это, которое мы держим здесь у себя, когда мы с ней говорили. Блин, где оно? О. В диалоге оно всплыло теперь. Женщина, которая дала мне это кольцо, никогда не сказала бы ничего подобного. Ты до сих пор хранишь мое кольцо? Несмотря на мое предательство? Несмотря на все несчастья и смерть, что я принесла тебе и городу? Но зачем? Ну, чтобы не забывать, какой ты когда-то была, ребята, а также в надежде, что ты сама когда-нибудь вспомнишь о себе. Я не та, что была когда-то. Я не могу. Это невозможно. Я не могу вернуться. Только не после того, что я сделала. Тогда вперед, оставь ненависть и желание мести позади. Твои слова мудры. Возможно, мне действительно стоит оставить свою ненависть. Если я сдамся на милость лорда Нашера. Если мы еще сможем спасти множество жизней. По крайней мере, моя собственная смерть не будет бессмысленной. Но тебе придется поверить мне на слово. Маугрим ждет тебя за этой дверью. Тебе нужно немедленно сразиться с ним, время не ждет. Но я не смею сопровождать тебя из страха, что снова смогу попасть под влияние магии Морок. Ты поверишь мне настолько, чтобы отпустить меня, если я поклянусь сдаться лорду Нашеру? Сможешь ли ты настолько рискнуть? Давайте все испортим. Слишком опасно оставлять тебя в живых, ты должна умереть, Арибет. Ну ладно, поступай по правде. Тогда я оставлю Маугрима тебе, а сама? Сама сдамся лорду Нашеру и расскажу ему, что мне известно о передвижениях войск Лускана. Да, только дай мне меч погонять. Если нам повезет, моя информация поможет спасти жизни некоторых жителей Невервинтера. Ой, она враг. А я подчинюсь воле лорда Нашера, каковы бы ни были последствия. Я благодарна тебе за это. За этот шанс сделать то, что велит мне совесть. Я хотела сказать тебе это на случай, если лорд Нашер казнит меня до того, как ты вернешься.
Это безумие, беги из этого места, спасай свою жизнь. Ну, присоединяйся ко мне, вместе мы победим Маугрима и Мрак. Нет, я не смею. Я слишком долго служу Морок. Я в ее власти. Боюсь, если я еще раз встречусь с ней или Маугримом, я снова попаду под ее влияние. Мне пора отправляться к лорду... Оп. Ой. Так врагом и ушла. Мне пора отправляться к лорду нашему, пока я все еще полна решимости. Тебе придется сразить Маугрим без меня. Прощай, Фрэнк. И удачи тебе. Ну ладно. Давайте заберем ловушки. Там вот дверь, да? Это, наверное, нам туда. А ловушки я оставлять как бы не хочу. Автоматический успех. Ну да, это то, что мы ее поставили. Нормально. Блин, мне вот плохо, что она врагом осталась. Это глюк, наверное, какой-то. Или это то, что я... Это самое, напал на нее посреди диалога, и она сказала, хватит. Не знаю, может, так и должно быть. Может, я забыл. Вот, друзья. Ну, она сказала, что в следующей комнате нас ждет этот лысый черт, Маугрим. Поэтому я так предлагаю, наверное, заняться им уже в следующей серии. Не думаю, что это затянется. Вот эта серия у нас уже затянулась, надо сказать. Неплохо так. Так, здесь всякий хлам валяется. Да. Судьба Арибет. Готова принять любую судьбу. Прощение или даже освобождение. Ага, да, интересно. Вот. Значит, там нас ждут враги. Продолжим мы с ними разбираться в следующей серии. Большое спасибо, что смотрели, друзья. И всем всего хорошего. Пока.